Всем привет, ребят. Отвечу сразу на ваши письма. Очень приятно было, что вы пишете, переживаете за нас, за Тимочку, как у Тимочки там дела, как его состояние. Ну, давайте сразу отвечу по поводу ситуации. В целом, ночь прошла спокойно, были сирены, но так все было тихо, спокойно, самое главное. Ну вот, ситуация у нас дома, конечно, ночь была очень неспокойная, очень тревожная. Я не знаю, за 9 месяцев я давно уже не помню такого, чтобы у нас такое было. В общем, у Тимочки была истерика нереальная. Я не знаю, мы просыпались каждый час, наверное. В общем, таблетки давали, ну, таблеток много тоже не дашь. Они немного помогали там на какое-то время. Потом у него опять он ложился, засыпал, опять истерика. Опять мы не спим. В общем, ребят, мы не выспались. Капец как. Ребенок тоже. Вот. Но самое главное, что, в принципе, сейчас вроде бы все нормально с ним. Так, температуры нету, мы померили. Ну, может, что действует Нурофен там, я не знаю, что сбил температуру. Ой, сейчас вот на балкон вышел, не курю, но, честно говоря, такой бы, что закурил бы. Состояние такое вообще тревожное, ребят. Мы позвонили нашему врачу, педиатру, она сейчас в Харьков уехала в больницу, ну, принимает в Харькове. Вот. В общем, мы записались, но на ближайший прием сказала только завтра сможет нас принять. Ну, завтра мы, в общем, поедем в первой половине дня, там, на 10 утра, к ней на прием, потому что мы не знаем, что это такое. Температура у Тимочки уже третий день, вот, и это не есть хорошо. Мы ее сбиваем, пока действуют таблетки. Потом таблетки проходят, через некоторое время опять поднимается до 38,5. 38,8, в общем, ну, такая температура нехорошая, я бы сказал. Вот, ребят, ну, что, сегодня будем как-то еще денек терпеть, будем наблюдать, мерить температуру, ну, если что, будем как-то таблетками поддерживать его состояние, чтобы, главное, температуры не было большой. Ну, а завтра уже поедем. Мы немного сняли ночью, что у нас происходило с Тимом. Там, правда, ничего не видно, но просто послушайте, какая у него была истерика для понимания. Утро начинается с завтрака. Там котлетки варятся. Макарошки. Тимочка на мне висит тут. Таблетки подействовали. Нурофены от зубов. Сейчас вроде ничего себя чувствует. Играется, активничает. Ну. А мы будем завтракать. Я себя не очень хорошо чувствую после ночи веселой. Да, ночь выдалась у нас очень невеселой. Тимочка. Тимочка, что? Что, зайчик? Ты ж был только что на ручках. Подоставал он, шкафчик открыли, вон. Бумагу достал, играется, таскает тут все. Тимочка. Он, что он шкафчику там натворил. Муку достал там. И блендер достал. Блендер сразу убрали. Коробку с-под пиццы там. Да, зайчик? Похозяйничал, да, там? Сейчас мама приготовит, будем кушать. Сейчас и тебе приготовит. Ну иди на ручки, иди.
Так, Тимочка тут тоже у нас завтракает сам уже. Умничка. Кушай. Кушай, зайчик, кушай, не балуйся. Нафиг картошечку. Картошечку я сам возьму. Зачем мне, говорит, картошечка? Тим! Тим! Ну что ты делаешь? Тим, ну кто ж так кушает? И на маму смотрит. Будут ругать мама или нет? Тимочка, с ложечки надо кушать, зайчик. На ложечку тебе, на. Да, с ложечки вот так. Вот, вот так, умничка. Ну так, Света работает на пару слабой. Капец, она стала ручной какой-то. Угу. Лезет на руки постоянно. Смотрите, как лапы сложила. Как кроль. Лапа. Неудобно. Неудобно, но сидит. Лапа. На полу, на коврику не так. На диване. Не надо на руках. Угу. Так, не понял, что это тут происходит, да? Еще они не открываются. Сейчас удивлюсь, если он еще отцепит эту штуку. Раскроет секрет наш быстро. Так, что-то не то. Появилась какая-то штука. Тянет его открыть. Это точно детей? Что, наш ребенок, походу, сильно умный. Прохавает очень быстро эту фишку. Тимочка. Не, не получается. Приклеили что-то. Предки, скажи. Фигню какую-то. Дирать ее пытается. Снять. От заразы, да, еще и улыбаются. Сейчас пойду второй попробую. Еще и улыбаются, скажи. Пойду сейчас другой. Так, надо ту проверить. Смотри, пошел. Пошел. Так, сейчас я там проверю. Так, там тоже что-то наклеено. Шо, Санька? И тут не открывать. Не понял. Откройте. Что такое? Не открывается? Так, полностью на ножку становись. Зайчик, становись полностью на ножку. Не, не хотят. Ребят, спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайк видео, если видео понравилось. Не забывайте подписаться на наш канал, если еще этого не сделали. Также пишите комментарии. Ну, мы вам всем желаем мирного неба над головой, добра и мира. Всем пока.